Салам алейкум, Узбекистан, Ташкент. Дорогой, любимый, гостеприимный народ Узбекистана. С удовольствием поздравляю и желаю вам всем доброго здоровья, много денег. Пусть следующий год принесет вам много-много богатств в разных направлениях. Пусть будет так. И в конце хочется сказать: «Енге еленгес блян». Пусть все загаданное обязательно сбудется в новом году, а что не получилось, пусть там и остается. Салам алейкум, Узбекистан, Ташкент, город белоснежный, любимый. Как же я вас люблю. С Новым годом, счастья, всего вам самого хорошего. Пока.